Оленя-стойбище в мини-формате. В Нарьян-Маре в мастерской окружного этнокультурного центра открылась выставка «Страна оленя». Она посвящена традиционному празднику Дню оленя. На ней представлены работы фотохудожников Геннадия Кожевина, Альберта Людвига, Сергея Ладыкина и Марии Варницыной. В центре внимания композиция молодого скульптора Ивана Апицына. С подробностями Любовь Пермякова. Из дерева, а рога уже непосредственно из пластика. Мастер по дереву Иван Апицын показывает нам свою композицию. Мини-стойбище состоит более чем из 15 оленей. Завораживает тонкая работа художника. Здесь все животные словно настоящие. Как художник, так я, у меня все в голове. И я просто вижу форму, просто саму фигуру за 3 часа. Рога тоже 3. Покрасить 2 часа. Все олени вырезаны из сухого дерева, раскрашены акварелью. Малой скульптурой Иван увлекся пару лет назад, когда посетил мастер-класс известного в округе мастера Александра Литкова. Это первая выставка молодого художника. Он родился на острове Колгуев. С детства увлекался рисованием. Ну, я просто дома рисовал такие. У меня все тетради были изрисованы в школе. И поэтому меня направили в детскую школу. В детской школе искусств города Нарьян-Мара Ивана Апицына вспоминает как талантливого ученика. Был очень талантливый. Сразу вот по нему было видно, что он очень способности большие имеет к рисованию, даже в самом начале уже. Помню, он был такой очень сосредоточенный, всегда такой спокойный, уравновешенный. Мы его возили от школы как одаренных детей. Для одаренных детей у нас там летняя творческая школа была в Суздале. Кстати, в Суздале он потом и учиться стал. Действительно, Иван окончил Суздальское реставрационное училище. Сейчас молодой человек работает декоратором во Дворце культуры «Арктика». Кстати, когда выставка закроется, художника ждет еще одно творческое путешествие. Со своей скульптурой мастер отправится в Москву на Всероссийский фестиваль «Сокровища Севера». Сейчас выставку могут увидеть все земляки Ивана. Она расположена в Центре декоративно-прикладного творчества по улице Тыковылки 2А. Также выставку можно посмотреть в онлайн-формате на странице мастерской этнокультурного центра. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».